Железнодорожный парк «Причальный» – главный проект последних лет, который осуществил транспортный узел ТИС. Сюда направлялись основные капиталовложения, и в результате сдана первая очередь строительства, которая охватывает соединительный путь к парку «Причальный», сети, инфраструктуру, пост электрической централизации, здание, в котором располагается комплекс технических средств для управления движением поездов. С наращиванием железнодорожных мощностей развивается и собственная локомотиво-дорожная служба. Сегодня она располагает 17 локомотивами-тепловозами, 3 дрезинами и 4 кранами на железнодорожном ходу. Олег работает машинистом тепловоза 32 года. Последние 7 лет он трудится на ТИСе. Считает, что именно здесь каждый для себя найдет хорошую мотивацию к успешной работе. Чем интересно для каждого по-своему. Кто любит романтику, а кто любит деньги. Вот так она интересная. А здесь и деньги, и романтика совпадают? Совпадают. Также Олег отметил, что для него имеет значение соблюдающийся здесь порядок, который очень важен, особенно на железной дороге. Здесь очень дисциплинированная структура, очень хорошие наставники и руководители. Сегодня на ТИСе работают 73 машиниста тепловозов, 10 крановщиков и 6 водителей дрезины. Несмотря на комфортные условия работы, в локомотиво-дорожной службе ТИСа нехватка кадров. Это обусловлено тем, что техникумы и вузы страны выпускают недостаточное количество профильных специалистов. Идет строительство нового терминала, новой, так сказать, станции идет, парка Причальный. И плюс будут строиться станция Миневосточная. То есть и нам на сегодняшний день не хватает машинистов, чтобы закрыть наши 17 тепловозов. Потому что половина людей ушло на пенсию, выработали свой срок. Кто-то уехал домой, обратно на постоянное место жительства вернулись. У локомотива дорожной службы есть своя техническая поддержка. Подвижной состав ремонтируют в специальном депо. Есть там и специализированные мастерские. Наше локомотивное депо обслуживает маневровые тепловозы и железнодорожную технику, дрезины, железнодорожные краны, обслуживание, ремонты, осваиваем новые ремонты видов. Сейчас освоили ремонт секции радиаторной, сами паяем, сами ремонтируем. Алексей работает на ТИСе уже 9 лет. За это время получил еще одну профессию и повысил квалификацию. Образование получал в Николаевском аграрном университете. Плюс еще здесь были у нас курсы по поводу стропольщиков, ну, было где-то лет 5 назад. То есть еще плюс здесь получил образование стропольщика. Пришел по 3-му разряду, сейчас я уже работаю по 6-му разряду, то есть это последний разряд. И как бы за это время и курсы там проходили, в общем, и очень много у нас познавательные такие литературы. И опять же таки, вот, допустим, скоростимеры теперь начали делать. То есть, ну, не сидим на месте, развиваемся. Поэтому так. Есть к чему стремиться, в общем. Те, кто хочет работать на ТИСе, всегда найдут применение своему таланту. Для этого здесь созданы все условия. ТИС непрерывно развивается, и руководство всех подразделений поддерживает тех, кто стремится к своему развитию. Люди с другим мышлением здесь просто не задерживаются. Начальство, коллектив, все сплоченно. Ну, опять же таки, у нас сейчас все поменялось кардинально, обслуживание и работы очень много, есть чем работать, слава богу. Новые вид ремонта изучаем сейчас, как это возможно здесь внедрить, текущий ремонт 3-го объема, фактически как капитальный ремонт тепловоза. В связи с освоением новых видов ремонта необходимы люди и для этой работы. Такой специализации практически нигде не учат, поэтому ремонтников будут обучать на профильных курсах прямо в локомотивном депо. Будем сами обучать людей. Можно, мы будем набирать такие специальности, как связанные с ремонтом автомобилей, лишь бы связан был человек с техникой. И дальше мы здесь будем обучать на месте, на ТИСе. Стать хорошим специалистом на ТИСе может любой, кто готов обучаться и работать. Информацию о новых вакансиях можно узнать на сайте ТИСа в разделе «Работа».